Внимание! Эта игра содержит сцены насилия. С вами Валерий Хаус. Продолжаем проходить Resident Evil классический, первую часть. Вот. Особняк мы все, что можно было, пока исследовали. Так, ключик нам, наверное, не нужен пока. Ружье возьмем на всякий случай. Да. Патроны не буду брать, чтобы не потратить на все. Вот. Так, ну и сегодня мы отправляемся в новую локацию, называется она Дом охраны. Посмотрим, что нас там ждет. Патронов, конечно, маловато, блин. Ладно. Так, что же ждет нас с этими дверьми? Слышу собаки. Патронов. Блин. Да. Он все-таки попал. Да. Коза. Патроны кончились, блин. Че, еще не сдохло, что ли? Да ладно. Пипец, 3 патрона в собаку. Еще и плюс патроны от пистолета. Фигачил. Жесть, бля. Так, ладно. Смешаем травушки. Эту примем. Синий. Смешаем все 3. Вот, получился у нас ядерная смесь. Кстати, синие травы — это же как противоядие. Что-то не к добру они здесь. Сада. Да, возьмем. Под водой проход, видно лестницу. Квадратное отверстие. Я знаю, для чего это квадратное отверстие.
Вода стекает на другую сторону. Здорово. Открыли себе проход. Ой-ой-ой-ой, змеи. Змеи. Не траванули. О, собаки. Нафиг пошли собаки. Трогать не буду. Нафиг надо. Блин, здесь тоже собаки. Ладно. Хер. Тоже три. Да отвалите. Собственно, дом охраны. Так, я помню эту штуку. Туда будут вылазить щупальца. Надо дырку закрыть, наверное, закроем вот тут здесь. Потому что все дырки все равно не перекрыть будет. Да что ты, ёперный театр. Ёп ты, я ж дернулся. Нахуй. Извиняюсь. Да отвали ты! Козел. Пипец пришлось. Аж напугало, блин. Реально. Да ё-моё, ты двигать-то будешь или нет, ты? Криворукий. Вот так. Надеюсь, не вылезет. Вроде не вылазит. Что у нас здесь? Патрончики от пистолета, отлично. Так, спрей. Машинка печатная. Так, спрей уберем, это тоже уберем. Ручка нам не нужна. Здесь, возможно, пригодится нам ключик. А, перезарядить ружье, наверное. Так. Пистолет тоже перезарядим. Патроны. Так. Берем их. Ну что, пойдем исследовать, что у нас здесь. Чё ты такой косой? Давайте. Да ты вообще офигел, а? Да сдохни ты уже, ублюдок.
чё за бред-то, ёп... Башку ему сноси. Пипец, один патрон. Ой, ёпти. Так, патроны дробовику. В кубке лежит ключ. Один истратил, один взял. Нормально. Ничего важного. Ванна наполнена грязной водой. Спустить эту воду. И ничего не дали жматеры. Так, возьмем ружье нафиг. Хотите взять красная книга? Посмотрим, что за книга. Все страницы чистые. Очень странно. Да. Уроды. Похоже на циферблат часов. 1, 2, 1, 5. Это же какой-то код. 215. Код 215. Здесь ничего. Нафиг, нафиг, валим. Хорошо, что не траванули нас. Так, пойдем дальше. Коза. Грязные щупальца тут распускает. Эк. Что у нас здесь? Закрыто. Это кодовая панель. Хотите набрать код? Так, что там, 215 у нас было? Угадали? Это экран. Бесполезно, Крис не разбирается в химии. Здесь что-то написано на стене. Вода 1, красный, 2, пурпур, 3, зеленый, 4. Так, я думаю, здесь что-то написано.
1 плюс 2, 3, 3 плюс 4, 7, 2 плюс 4, 6, 6 плюс 7, 13, 13 плюс 3, 16. Я думаю, здесь нам рано еще. Дверь не открывается, кажется, она заблокирована с другой стороны. Открыта надпись 003. Так, ключ. Ой, осы, валим. Что за ключ? Выгравировано номер 002. Так, аптечки. Пускай лежат здесь. Использовали ключ 002. Это план казармы. Хотите взять его? Ну, пригодится. Что у нас? Доклад о растении 42. Прошло всего 4 дня после несчастного случая. Растение в точке 42 выросло необычайно быстро. Оно было изменено Т-вирусом, иначе, чем другие растения, и в дополнение к размеру имеет довольно необычную форму. С первого взгляда теперь довольно трудно определить, что это за растение было первоначально. Есть два пути, по которым питается растение 42. Первый – это через корень, который достигает подвала. После несчастного случая один ученый в безумном состоянии повредил резервуар в подвале, теперь подвал заполнен водой. Некоторые химикаты растворились в воде и легко высасываются растением 42, что обуславливает его быстрый рост. Другая часть растения 42 проросла через потолок в комнату первого этажа, где с ветвей свисает много похожих на луковиц образований. Большое количество сока выделяется из этих луковиц, и они второй ресурс для питания растения 42. При появлении жертвы одним движением растение 42 выстреливает сок вокруг жертвы и хватает ее. Когда сок разъедает кожу жертвы, растение 42 всасывает ее кровь. Это растение наделено интеллектом. Оно сторожит дверь двумя луковицами, когда хватает жертву или спит. Несколько сотрудников уже стали жертвой растения 42. 22 мая 1998 год. Генри Сартон. Какое растение-то? Что у нас тут? Откроется, нет? Угу. Конечно, использовать ключ. Патрончики от дробовичка еще одни. О! Ребят! Толчки тут приармянились вдвоем. Чего важного? Так, ключ. Я так полагаю, это ключ 003. Ну, так и есть. А, чё я вышел-то? Там же
лестница была какая-то еще. Блин, заново что ли? Так, эта лестница, хотите спуститься, да? Так, не в ту сторону, не так. Система Ниппель. На ящике эмблема Umbrella. Все беды из-за нее. Мост готов. Аптечки. Похоже на корень растения. Вот оно, растение 42. Это мешок, ничего полезного. Внутри нет. О, ключик. Хорошо. Закрыто. Замочной скважины нет. Закрыто. Надпись. Комната управления. Ну и там огромная акула. Плывет, плывет. Бежим нафиг отсюда. Сейчас догонит. Пол задницы откусит. Нифига себе, опасно. Как она? Нафигачила так, блин. Так, хотите подняться по лестнице? Возьмем аптечку, наверное. Да, пойдем в сейф рум.
Блин, сейчас щупальца. У меня жизнь это вообще просто. Блин. Вообще, как она меня... Да ладно. О, повезло, а. Так, пистолет мы берем, так что что там один патрон. И вообще ни о чем. Смистров. Да, все аптечки. Сожрал. Надо собирать опять. А, ты коза. Больше не нужен. Так, это хорошо. Ку-ку, ёпта. Так, ничего кроме пыли, полотенца, ничего нужного, ничего важного. О, еще один. Ну-ка, ну-ка, давай, подходи ко мне. Ближе. Патрон истратил. Да ты косой там. Ко мне ближе подходи, говорю. Чтоб я мог тебе башку разнести. Что ты там застрял-то? Что ты там? Бедный. Использовать ключ стола, да, используем. Так. Лента. Ладно, возьмем ленту. Рад Красный Крик, среди них белая книга. Хотите взять ее? Доклад о... Бишок. Как я докладывал ранее, мы нашли некоторые общие особенности в клетках растения, зараженного вирусом тирана. В результате некоторых экспериментов нам удалось найти химикат, который очень быстро уничтожает клетки растения. Это УМБ номер 16, один из химикатов серии УМБ, которые мы использовали в своих экспериментах. Мы назвали этот УМБ номер 16 Бишок. По нашим подсчетам нужно меньше 5 секунд для уничтожения растения 42, если поместить Бишок прямо в корень растения. Вы должны смешать некоторые химикаты из серии УМП определенным образом, чтобы создать бишок. Но УМП-химикаты могут выделить газ, который является ядовитым для человека, поэтому следует соблюдать осторожность. Ниже представлены химикаты серии УМП и их краткие характеристики. УМП-2 – красный, НП-003 – пурпур. УМП-4 – зеленый, желтый, 6 – желтый. УМП-7 – белый. УМП-13 – синий с резким запахом. Бишок УМП-16 – коричневый. Короче, надо будет разбираться. Я так понимаю, надо будет делать химикат. Так, ставим красную книгу. Так, ну что, пойти сохраниться.
Так, по какой стороне там мы ходили? Так, чем там патрон этот один скинем? Что там мешает? Только один патрон, все. Ладно. Ну что, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Я всех благодарю за просмотр. Вот. Увидимся уже в следующем эпизоде. До новых встреч. Пока.